центре реабилитации инвалидов «Меридиан» в рамках месячника «Белая трость» состоялся праздник для ребят с проблемами зрения. Руководители Серпуховского управления социальной защиты населения и члены местного отделения партии «Единая Россия» подарили детям подарки. Подробности в репортаже моих коллег. Взрослые могут подарить детям праздник. Ребята со слабым зрением вдвойне признательны за внимание к себе. На коллективных праздниках они бывают чуть реже своих сверстников. Сегодня их ждут игры и развлечения, подарки от благотворительного фонда Москвы и Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия». Именно тот фон позитива, счастья, когда от младших до старших ребяток вместе принимают участие в играх, именно это реабилитация, когда ребенок счастлив, доволен, когда он легче идет на выздоровление. Аниматоры вовлекают в игру не только детей, но и взрослых. Никто не скупится на пожелания добра. В концертной программе праздника принимают участие и малыши отделения дневного пребывания. Мне нравится приходить в «Меридиан» на праздники. Настроение поднялось. Познакомилась с девочками и мальчиками. Сюда приходишь с таким всегда настроением. Здесь дарится и не только детям, но и взрослым доброта, позитив и заряд на большой период. И получается, что от праздника до праздника мы всегда ходим в добром настроении. В этом году праздник для слабовидящих ребят отмечали в «Меридиане» уже в 12-й раз. Это стало доброй традицией центра.